Они здесь. Добрый день. Рада приветствовать вас в коттеджном городке Good Life. Меня зовут Ирина, мы с вами общались по телефону. Очень приятно. Здравствуйте. Здравствуйте. Как добрались? Хорошо, спасибо. Легко вас нашли. Давайте сначала посмотрим территорию, потом покажу вам наши дома. Пойдемте? Давайте. А где все? У вас всегда так тихо? У нас такая территория, за весь день соседей можно не встретить. Ну, разве что персонал, который следит за порядком. Очень у вас спокойно. Ну тогда договорились? Вы пообедаете, отдохните в бассейне и встретимся, скажем, через 3 часа. Хорошо. Супер. До встречи. Что-то долго. Может, они эту рыбу пошли на реку ловить? Гай, сори, что так долго. Хер знает, что получилось. Первый раз готовил. Смачно. Ну, черт знает. Может, это был стажер. Ну, он реально был в чепчике. Может, у них корпоратив вчера какой-то был? Загуляли все. Ну не может же так быть постоянно. Их бы уволили. Думаешь? Привет. Здрасте. Здрасте. Не знаю. Давай сейчас отдохнем, а потом поговорим с этой Ириной. Она вроде адекватна. Слушай, ну я уже не знаю, это полный неадекват. Мы точно хотим тут жить? Я не знаю, реальный сюр. Давай так, паримся в сауне и валим. Mm-hmm.
Иван Дорн вместе с известным ресторатором Димой Борисовым и бизнесменом Игорем Мазепой взяли в заложники персонал коттеджного городка Good Life Park, чтобы отпугивать новых потенциальных соседей. Звездные жители Good Life Park захватили территорию городка, чтобы больше никого туда не пускать. Я скоро выйду. Как говорят сами подозреваемые, они так полюбили свой коттеджный городок, что не хотели, чтобы им мешали наслаждаться жизнью новые жильцы. Теперь звездным жителям Good Life Park грозит реальный срок и обследование у психиатра. Не говорите маме. Это мой дом, я здесь живу, суки, вот здесь засужу. Все крысы продажные.